Международный конкурс «Сеньориты гитары» в Белоруссии проводился впервые. В нем приняли участие солисты и творческие коллективы ближнего и дальнего зарубежья. Саров представляли воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирева. Саровчане привезли домой сразу несколько призовых мест. В номинации «Соло» Егор Дмитриев стал лауреатом третьей степени. По словам гитариста, в его возрастной группе конкуренция была серьезная. Все участники владели гитарой в совершенстве и выступили достойно. Молодой человек был уверен, что приедет домой без диплома. Ожидал, худшего вообще. Потому что ошибки были. Но когда я вышел, все равно как смешанное чувство было. Но все равно радость была. В номинации «Ансамбль» учащиеся детской музыкальной школы имени Балакирева Полина Заслонова и Анастасия Спиряева стали дипломантами первой степени. На суджури девочки представили две композиции «Милонга» и «У ворот-ворот». Их дуэт образовался 6 лет назад. За это время они сыграли десятки произведений. Каждый раз, выходя на сцену, они откладывают волнение в сторону. Нужно представить перед собой задачу и просто выполнить ее. Да. Не задумываться даже о каких-то волнениях. Промахи, вот это о всем не надо задумываться. Просто играть. Как получится, так получится. Дипломом первой степени мы довольны, потому что у нас получилось сыграть музыкальные задачи. Впереди юных артистов ждет немало конкурсов. В начале марта ребята отправятся в Дзержинск, после в Арзамас, а завершат конкурсную программу этого учебного года в Москве. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.